Инстакот из Владивостока набирает популярность. Зовут его Симба. Он любит путешествовать со своим хозяином по Приморскому краю, кататься на сапе, на санках и ходить на зимнюю рыбалку. У Симбы с хозяином Сергеем на двоих один аккаунт в Инстаграме. Сейчас там более 2000 подписчиков. Причем последняя 1000 появилась буквально за неделю. Если честно, девушки коту признаются в любви. Он очень популярный, сейчас стали много писать не только с нашего края, и с других регионов. И есть даже у меня подписчики, которые с других стран достаточно активны. Рыжий и очень харизматичный кот пришел в наш медиахолдинг на экскурсию и удивил всех своим любопытством и смелостью. В общем, не оставил равнодушным никого, даже мужскую половину нашего коллектива. У меня два кота. Я котов очень люблю. Какой ты хороший. Здравствуй, котик. Какой ты хороший. Не, ну он, кстати, любопытный. В прямом эфире дневного шоу на радио «Лемма» Сергей рассказал, как в их семье появился друг меньший. Кота мы взяли, это был, наверное, именно Симбу, это был компромисс между котом и собакой. Ну, если многие не знают, что курильский бобтейл, он такими собачьими замашками, он гуляет, он, наверное, любит путешествовать с хозяевами. Очень доброжелательный. Сергей уже много лет увлекается фотографией, но аккаунт в социальной сети он создал только когда обзавелся котом, почти 2 года назад. Для пробы выложил снимок домашней фотосессии Симбы и собрал немало лайков. После появились и тематические кадры. Тот случай, когда, в принципе, мы собирались поехать на море покататься на коньках. Ну, у детей было желание, у меня желания не было на коньках. Я решил, возьму я лучше удочки, рыбацкие принадлежности и кота. И, ну, наверное, для изюминки вот эта вот шапка, которая там на фотографии, была сделана за полчаса. То есть я на коленке за полчаса быстро эту шапку сделал, свитер уже был, и получилось очень забавно. У Симбы, со слов хозяина, есть свой гардероб. Правда, нравится ему только красный свитер. Вот спортивный костюм, который со штанишками, он не любит. У него есть спортивный костюм. Да, у него даже носки есть свои. Путешествовать по Приморью – любимое занятие Сергея и его фотогеничного питомца. В прошлом году они вместе посетили немало красивых мест родного края. В этом году они продолжат начатое – путешествовать и делиться интересными фотографиями в своем аккаунте на радость фолловерам. Алина Черненко, Игорь Болтов, новости на 8.